Период пандемии и самоизоляции доказал, что владение современными технологиями – необходимый навык для старшего поколения. Уверенно пользоваться компьютером и гаджетами люберецких пенсионеров учат в клубе «Активное долголетие». Мои коллеги увидели, как проходят занятия с новичками. Кладите ручку на мышку, смотрите, и у вас среднее колесико пальчиком прокручиваете вверх или вниз. Неуверенные движения мышкой и нажатия на клавиатуре. За монитором компьютера Евдокия Попова сидит впервые. Осваивать современные технологии посоветовала дочь, ведь без интернета сегодня никуда. Телефон вот осваивали, теперь будем компьютер осваивать. Здесь более интересно. Мне дачи есть, знакомства, дачи, ну и вообще все новости. Как включать, выключать компьютер, где искать нужную информацию, каким образом регистрироваться на сайтах и обмениваться фото и видеофайлами. На курсах компьютерной грамотности в клубе «Активное долголетие» любой, даже самый неуверенный пользователь со временем с легкостью владеет техникой. Мы решаем любые вопросы, которые их интересуют на данный момент. В первую очередь это госуслуги, да, которые всех интересуют. Кто-то вот учетную запись создал, не подтвердилась, да, она. И люди приходят, и мы прям буквально 1-2 занятия, и они сами уже становятся активными пользователями. Конечно же, это Word, Excel, это более серьезные программы, которые дают людям возможность даже в таком возрасте получать вторую профессию. Занятия в компьютерном классе проходят 3 раза в неделю. Ученики распределены по нескольким группам в зависимости от уровня навыков. Сейчас в зале занимаются новички. У меня вот 2 мужчин, сыновей, которые отлично знают интернет, умеют владеть им, но не умеют совершенно учить. Очень хочется поучиться правильно владеть Word-ом. Стать участником активного долголетия могут мужчины старше 60 лет и женщины от 55 лет. На сегодняшний день в базе Люберецкого клуба зарегистрировано 3000 участников. Это люди, которые хотят вести активный и здоровый образ жизни. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.